А вы смотрели сказку «Бременские музыканты»? Да? Знаете песни с этого мультика? Угу. А знаете, какие там главные герои? Осел один, петух два, кот и собака четыре. Человек. Мужик. Какой? Злой или добрый? Петух. Петух уже называли. Трубадур. Это тот, который поет красиво, да? Бандиты. Разбойники, скорее. И принцесса. Принцесса. Принцесса, да, хорошая была там. Но братья Гримм, кто читал, может, вам родители сказку, или вы сначала смотрели мультик, а потом вам читали, и вы что-то говорите, мама, что-то вообще, ну, как-то, или папа, не сходится. Мультик один, такой большой, огромный, там несколько частей, если не ошибаюсь, две части. А тут, а сказка такая маленькая. Но наши люди, еще в 60-х, если не ошибаюсь, правильно? Где-то так. Сделали мультик, как бы ремейк, на сказку «Братьев Гримм». И они чуть-чуть приукрасили, добавив туда трубадура, принцессу, короля. И кто там еще был? Сыщик. Да. Помните? Который украли принцессу. И... Вот. Но я буду читать бременских именно музыкантов «Братьев Гримм». Почему? Потому что... Ну, она поменьше будет и побыстрее все произойдет. Но песни я буду петь именно из мультфильма. Ну что ж, начинаем? Хорошо, хорошо, будем разговаривать с тобой. Как тебя зовут? Как зовут? Алина. Будешь петь со мной? Готовилась к сегодняшнему дню? Ну ладно. У одного хозяина жил осел, много лет возивший его мешки к мельнице. Когда же бедняга состарился и не смог больше работать, хозяин решил от него избавиться. Случайно узнав об этом, осел надумал сбежать из дому, пойти в город Бремен и стать уличным музыкантом. Не так уж много он прошел. Вдруг видит, лежит на обочине охотничий пес и еле дышит. «Эй, приятель, чего ты так вздыхаешь?» — окликнул его осел. «Ох, и не спрашивай!» — вздохнул пес. «Стар я стал, охотиться не могу. Как мне жить-то дальше?» «Пойдем-ка со мной в Бремен. Будем уличными музыкантами!» — предложил осел. «А почему бы и нет?» — обрадовался пес, и они двинулись дальше вдвоем. Вскоре увидели они у дороги кота. Такого печального и тощего, словно он три дня не ел. «Эй, старик, чего нос повесил?» — окликнул его осел. «Нечему мне радоваться!» — покачал головой кот. «Постарел я, зубы стерлись, мышей не ловлю, вот и стал хозяйке не нужен. И что мне теперь делать, ума не приложу!» «Пойдем с нами в Бремен, ты же мастер ночных концертов! Вот и станешь вместе с нами уличным артистом!» Кот согласился, и пошли они дальше втроем. Вот котик такой, хнык-хнык. Алина, видишь? Пицца! Идут мимо одного двора и видят, сидит на воротах петух и орет во всю глотку. «Что ты так горлопанишь?» — спросил осел. «Да хочу взлазь накричаться, пока жив. Завтра воскресенье придут гости, и наша хозяйка приказала кухарке сварить из меня суп». «Послушай, горластый, — сказал осел, — а пойдем-ка с нами в Бремен. Голос у тебя зычный, будешь уличным артистом, как и мы». Петух с радостью согласился, и они уже вчетвером, напевая песню, двинулись